Это игровая часть плейдо набора. Здесь еще должны быть тарелочки, ложечки, различные аксессуары. Ну, в принципе, тарелочку можно любую положить. Также здесь, чтобы протолкнуть пластилин, вот сюда, в эту дырочку, нужна такая палочка. Ну, я посмотрю, может, палочку я найду. Сама вот эта пони, она еще со звуками. Вот при нажатии сзади на кнопочку у нее вот шевелятся глазки, и она вот издает вот такие звуки, движет лапками. На самой этой подставочке есть много вот таких вот различных, я так понимаю, здесь мороженое делается, набор для создания мороженого. И здесь вот различные такие формочки, сюда можно пластилинчик вставить и вылепить вот эти вот различные какие-то тут фрукточки, цветочки. Вот здесь вот тоже это все можно вот сюда налепить. С этой стороны, с этой стороны. Вот клубничка, бантики, цветочки. По состоянию вот есть здесь порисовки карандашом. Я попробую еще спиртом, может получится оттереть. Это фирменный наборчик Hasbro, поэтому качество здесь классное. Где тут вот Hasbro? Такой приятный на ощупь и интересная сама конструкция, сама еще со звуками. Я пытаюсь подержать. Да, вот такие вот звуки. А батареечки, отсек вот здесь вот. Такой вот единорожка.